Ребята, сегодня очень важный день. Надо сделать по максимуму. Хочется делать людей счастливыми. Если хотя бы один человек выйдет с зала с каким-то новым ощущением внутри. Все спокойно. Так, все, она сказала. А сейчас как-то уже не спокойно. Команда, старт прогона 7.10. Сбор на площадке, радиоперекличка. Мы уже не первый раз проводим мероприятие. Очень сложно с точки зрения того, что у нас две пультовые организовались, одна на третьем, одна вторая, а другая здесь. Ну ничего. Сейчас помучаемся. И будет у нас шоу. Ситуацию надо поднять. Суфлеры, рассадка, билеты, диваны. Наверное, не было сегодня блока, по которому не было вопросов. Я не знаю, что делать. Суфлер работает, и телевизоры тоже привезли. Везде были косяки, но мы все сделали, мы готовы. Как день, Ваня, прошел? Куда мы денемся с подводной лодки? Завтра все будет отлично. Покажем шоу. Люди обрадуются, понятно. Все будет супер. Мы начинаем, можно запускать. Мы делали первые конференции, это был подвиг, страдание, на надрыве. Сейчас вызывает организация только такое приятное восхищение и гордость собой. Мероприятие я не первый раз, мне, как всегда, все нравится. Я вообще вот под впечатлением, мне очень понравилось мероприятие. Вообще очень хорошая атмосфера, очень живая. Очень много интересных спикеров. Сейчас было выступление Соловьева про нейросети. Круто, что вы собираете людей, круто, что эти люди рассказывают инновации. Поэтому самое важное, что они могут взять, это мотивация пойти разобраться. Да, слушайте, ну это рок-н-ролл, на самом деле. Эмоционально очень прикольно. Здесь потрясающая атмосфера, потрясающий звук, свет, шоу-эффекты, прекрасный набор спикеров. Я думаю, что это одно из лучших мероприятий, что я посещал за последние 5 лет. Зал шикарный. Я улыбаюсь. Это хорошо.